Очень короткая предыстория. Щипцы, которые есть вот около колена на маркетплейсе, нужно было для них найти упаковку такую классную, жесткую, для того, чтобы они не рвали ваши пакеты, сумки, всякую тему, в которой вы их транспортируете. Сами щипцы классные, удобные. Очень много людей, кто их уже отметил как самые основные дома. Но с упаковкой были вопросы. Какой-то момент была упаковка в пупырку просто завернута, потом появились картонные тубусы. И потом был момент, что я на картонных тубусах логотип сам лично печатал. Потом пришел к тому, что печатать брак бывает, я косячу. Мы начали искать всякие темки по тому, по нанесению логотипа на колену втулку. Где-то примерно параллельно с этими вопросами развивался рекламный вкладыш, который есть на сегодня уже с каждым товаром, который около колена есть на ВБ и на Озоне. И пришла идея это все дело объединить. Мы очень долго с вами в чатах, в пабликах обсуждали, разрабатывали рекламный вкладыш, как он будет выглядеть. В конечном итоге подписчик отрисовал его. Отрисовал круто, я результатом доволен. И в какой-то момент, когда я думал над упаковкой и над нанесением логотипом, мне пришла идея объединить эти две темы. Не просто логотип печатать на упаковке щипцов, а еще и взять ту же самую графику, которая есть на рекламном вкладыше. Плюсом сделать логотип, само собой, помимо графики. И еще, почему бы и нет, QR-код. QR-код, который будет вести на топлинк, так называемый, где все соцсети, где можно меня найти. Как мои личные каналы, так и кальянные. В ходе этого всего только что прям, я не знаю, сколько это видно, уже подсыхаю. Под дождем я принимал партию упаковок под щипцы. И одну штуку взял с собой. Нет, ждем донат. Пожалуйста, идеально, донат вовремя, не заставляючи, чисто вот ребята прямо в эфире меня поддержали. Встречайте, те, кто прямо сейчас смотрит этот эфир, и те, кто смотрит это все дело в записи. И те, кто смотрит в записи, имейте в виду, много всяких эксклюзивов, и вот такая вот атмосферка у нас происходит в прямом эфире. Новая упаковка для щипцов около кальяна. Сдалека она выглядит вот так, как мексиканская татуировка, возможно. Но вблизи это все дело выглядит вот так вот. Такая была задумка, чтобы количество элементов было хаотично разбросано, чтобы у вас было желание их порассматривать. Во-первых, QR-код. Можете сразу проверить, работает ли он. И на случай, если QR-код будет лагать, то всегда можно попасть на сайт около кальяна. И вот эти рисуночки, они здесь не просто так. Они так или иначе символизируют либо мою личность, либо мою деятельность, либо что-то связанное с кальяном. В любой элемент тыкните, будете знать, что он, как он, для чего он. Вот, к примеру, топор, да? Вот он, топор на татуировке. У меня есть он на тату. Дальше есть элемент, вот эта вот руна, на которой... Да, блин, как выкрутиться... Короче, сидит ворон над руной. Блин, я не понимаю, как... А, вот, ворон пошел, который сидит над руной. Также есть еще Мьёльнир, молот Тора. О, вот так вот его видно. У меня здесь есть череп козы. Вот он. Не все его, кстати, замечают, но это череп козы. Все элементы, которые наносил на тату, это так или иначе те, которые мне визуально нравятся. И это набор элементов, которые так или иначе как-то меня характеризуют. То есть... Как минимум стиль, да? Вот я хочу вот такой набор элементов вот так вот выглядеть. Эти элементики тоже были нанесены сюда, чтобы вы не задавались, о, блин, а что за ворон, нахер он здесь? Почему здесь топор в кальянной тематике? Потому что здесь не только про кальяны, здесь еще и про меня. Вот он, этот ворон, который сидит над руной чертог волка. Вот кальянный шланг. Это не просто какой-то свиток. Это была взята фотография с Wildberries, двухметрового шланга, и обрисована. Это фотку, которую когда-то делал я, ее обрисовали. Здесь есть кинорежиссерская хлопушка с надписью «Стрим», потому что я стример. Здесь есть угольки, череп, потому что мертвечинка – это тоже тема, которая такая мне нравится. Медведь, логотип канала – это лапа медведя. Вот очень похоже на ту, которую, опять же, на тату видно. QR-код. Кальян. Кальян не просто какой-то рандомный. Когда мы делали черновик этой всей истории, кальян был взят какой-то арабский. Я говорю, нафиг нам вот эти арабские кальяны, у нас есть свои.
Не все, возможно, знают, но это Корис К2. Мой любимый кальян Кориса. Вот он увековечен вот здесь, вот на этой самой втулке. Фотоаппаратик, потому что я стримлю на фотоаппараты. Колпак, угольки, соцсети, те, в которых стримы, где посты, там, где я нахожусь. Тут инста, ютуб, печка для кальяна. Некогда моя одна из самых любимых печек. Ну и она такая узнаваемая. Мьёльнир, опять же, щипцы. Если всмотреться, то на щипцах, ну понятно, что вы не прочитаете, но это те самые щипцы, которые будут лежать в этом тубусе с надписью типа «Около кальяна». И вот там есть микро-микролапка. Череп козы. Шиловилки. Это шиловилки, которые в коллаборации с Нободом есть на маркетах. Чаша. Это не просто какая-то, это именно коллаборационная чаша с Космо. Топоры, да, вот эти вот лапа. Ну вот, соответственно, он логотип около кальяна. И там Twitch еще где-то логосик есть. И самое важное, что я делаю в индустрии. Я долго, да, типа думал, что я здесь вообще делаю, да что я здесь забыл. И в ходе моей 12-летней блогерской карьеры я понял, что я очень часто полных новичков немного обучаю, даю им базу. И дальше отправляю в вольное плавание как раз таки в то самое кальянное комьюнити. Вы можете любить кальян, вы можете его как угодно забивать, но вы можете его курить сами по себе у себя дома. Я как раз служу тем типом, который сделал очень много обучающего контента на ютубе, где люди заходят через поисковой запрос, как забить чашу, что такое чаша фаннел, какая разница между чашами, там, что на что влияет, какой кальян там выбрать и так далее. Обзоры обучающего контента было очень много. Типичные ошибки были, советы типичные были, да, по кальяну. Прям базу базовую, мне кажется, никто, наверное, в индустрии, как я, не закрыл. Для щипцов кальяна с логотипом «Около кальяна», топ за свои. Сейчас люди подумают, что это купленный комментарий. Но это юморочек у нас свой. Спасибо за Донателлу. Так вот, с тем огромным количеством обучающего контента, который я сделал за 12 лет блогерства, подключил к этому всему еще и образование физика, инженера, теплоэнергетика, я тот тип, который... Из просто домашних курильщиков, которые даже не задумывались, что у нас есть очень крутое кальянное комьюнити, я вас немножко подтащил вот сюда. Вы посмотрели прямой эфир. Но не только база. У меня есть в моих видосах и стримах инфа и посложнее базы. Так вот. Обучающий контент за бесплатно. Во. Вот это, кстати, да, это важно. Потому что за контент с вас я никогда деньги брал, ни за курсы, ни за что. В ходе этого всего, что я перечислил, я, как лицо около кальяна, мы все, как кальянная комьюнити, около кальяна это не значит равно я. Около кальяна это каждый из вас, который так или иначе, я уверен, на 95%, кто сейчас меня смотрит, вы, скорее всего, где-то там около кальяна находитесь. Иначе как бы вы попали на этот видос, да? Около кальяна это что-то нас всех объединяющее. И есть в этом всем... кальянная комьюнити. Это люди, которые общаются между собой, знакомятся, дружат. Массу людей я свел в индустрии. Вы там наблюдаете, какие-то гости приходят ко мне в эфир. Вы этих гостей потом видите, здороваетесь, общаетесь, заходят диалоги. Вы можете стать корешами. Очень много людей, которые на чат были подписаны, которые вживую встретились и сейчас друзья. Кто-то также через чаты увидел кальянную деятельность, решил завести свой блог. И глобально, я как лицо около кальяна, мы все как люди, которые находимся около кальяна, я понял, что вот есть кальянное комьюнити, офигенно, классно, крутое, есть человек, который даже о нем не догадывается, который рано или поздно, скорее всего, попадет на мои видосы. И получается, что около кальяна это проводник некий, который берет этого человечка и говорит, а вот ты можешь не просто дома сам с друзьями курить, а еще приобщиться к огромному дружному комьюнити. И я решил эту надпись... увековечить на тубусе и как некий девиз. Поэтому около кальяна это твой проводник в большое и дружное кальянное комьюнити. И чаша фаннел, кстати, здесь тоже некогда моя коллаборация с Moon Rave, которая стала супер лимиткой, и больше вы ее нигде не найдете. Вот такая вот втулочка ждет. Вот эти вот втулки, вот эти вот упаковки, в них скоро будут лежать щипцы, но не те, которые вы, скорее всего, видели. Вот есть щипцы, которые покороче, вы видите, что втулка как-то сильно больше.
для этих щипцов. Зачем столько много пустого места? Поэтому скоро появятся щипцы удлиненные, которые будут вот так вот поставляться. Офигенно тубус их держит. Для того, чтобы их достать, вам нужно будет просто залезть, сложить, так сказать, щипцы и вытолкнуть. Ну, конкретно эти укороченные чуть-чуть сложнее пальцем далеко нырять. Но в ближайшее время появятся щипцы удлиненные. Вот эти вот продолжат поставляться еще 2000 штук без таких тубусов. А удлиненные будут все в таких тубусах. Почему? Потому что произошел косяк, так скажем. Мы разрабатывали этот дизайн, но менеджер, который со мной разрабатывал этот дизайн, в какой-то момент решил не дожидаться, пока мы разработаем дизайн. И на утро мне пишут: ваши 2500 вот таких вот втулок готовы. Я говорю: в смысле готовы? Мы еще дизайн не определили. Ой, а я думал, это мы там что-то на будущее определяем, а вам сейчас нужны вообще чистые, голые, без дизайна. Я такой: ну, здрасте, спасибо. И на вот такие щипсы 2500 произведено было без логотипов, без всего вот этого. Но следом мы заказали еще 2500 партий уже для удлиненных щипцов. Поэтому, если вам хочется в историю вот такую вот штуку, то, наверное, придется заказать удлиненные щипцы, либо дождаться, пока не провернется оборот в 2000 щипцов, и мы уже партию для укороченных закажем вот такие вот. Все рассказал, такой длинный видос был посвящен просто упаковочке. Но для меня это большое дело. Понятно, что есть много крутых брендов на рынке, которые очень круто, классно, красиво все упаковывают. Я только делаю первые шаги. Как донести до вас какую-то классную продукцию, которая доступная по цене и за которую я лицом и головой отвечаю за качество. И мне хочется, чтобы это еще прикольно и интересно выглядело. Мы все вместе со мной в моих соцсетях обсуждаем мои какие-то потуги, подвижки на маркетплейсах и мой вход в все эти темки, связанные, так скажем, с бизнесом. Вот такой вот длинный спич. Могу себе позволить? Да, это не обзор кальяна, который можно было бы сделать за 10 минут. Я тупо коробку обсуждал минут 15, наверное. Не знаю, какой хронометраж. Но хотелось поделиться. Могу себе позволить. Это мой блог. Да? Да. Все. Жду всех на прямых эфирах. Красавчики. Заходите, пишите комменты, подписывайтесь. Не, последний донат сейчас читаем. Там еще одна партия на 2500 тысячи щипцов для крепких мужчин. Дровосека уф. И причем эта штука не сильно удорожит щипцы. Да, были когда-то упаковки и по 5 рубасов, здесь уже где-то мы в 15 вышли, но тем не менее. Для суровых мужиков все будет. Потому что у меня, кстати, аудитория достаточно взрослая, у меня очень много именно мужиков в аудитории, потому что во мне нет вот этой вот пацанячей подачи хихоньки-хахоньки. Сижу тут на серьезных щах, кому-то это душнило вам кажется, кому-то окей. Вот. Основная масса тех, кому окей, это в основном взрослые мужики, которые уже хихоньки-хахоньки свои отхохотали. Вот так вот. Все. С этим видосом окей. Красавчики.